За ходом голосования в игре следило около 3000 общественных наблюдателей. По всей стране их было больше 150 тысяч. Итоги серьезной работы на выборах президента активисты подвели в рамках первого форума независимых наблюдателей в Москве. Были внесены предложения по улучшению избирательного законодательства России. Кроме того, в планах общественной палаты сделать следующие выборы еще более прозрачными и открытыми. Опыты нашего региона можно считать одним из передовых. Почему? Потому что все сделано было великолепно в плане того, что сама организация процесса, во-первых, это сжатые сроки, собрать такую команду, настроить ее правильно, научить, обучить, это все было проведено хорошо.